рамках проекта «Единая Россия. Городская среда» первый заместитель председателя Мособлдумы Лариса Лазутина проинспектировала начальный этап работ по установке детской игровой площадки в Звенигороде. Объект появится в микрорайоне Супонево, возле дома номер 3А. Здесь появится новое игровое оборудование, лавочки, урны и мягкое резиновое покрытие. Завершение работ намечено на середину октября. Ранее Одинцовский округ успешно выполнил план по реализации губернаторской программы. Дворы муниципалитета украсили 7 новых детских площадок. 4 из них открылись в Одинцове, по одной в деревне Бородки, поселке Заречье и Звенигороде.